В XVIII-XIX веках в Западном Казахстане сформировалась самая мощная школа гениальных домбристов. Особое место среди них занимает выдающийся музыкант и композитор Курмангазы Сагырбай. Мальчик с детства хотел научиться играть на домбре, но отец не одобрил увлечение сына и отдал 6-летнего ребенка в пастухи. И тогда будущий музыкант узнал, что такое изнурительный труд, голод, несправедливость. Но это не сломило его дух. Он не обозлился на жизнь. Он ее воспел в своих бессмертных кюях. Сегодня вы послушаете два известных произведения великого Курмангазы. Если у вас есть хоть капелька воображения, вы услышите музыкальное описание широкой бескрайней степи, залитой ярким солнцем, развивающийся ковыль, могучие красивые горы, несущиеся в бешеном ритме табун лошадей. Каждым взмахом дирижерской палочки ноты не просто звучат, они словно дышат в унисон сердцем великой степи, описывая свободолюбивый нрав казахской души. Приятного просмотра, друзья! Подписывайтесь на канал, я жду ваших откликов.